У 20 человек подтвержден диагноз сибирская язва, сообщает Минздрав ЮНАО. Остальные 70 госпитализированных с признаками заболевания оказались, слава богу, здоровы. У двух третьих заболевших диагностирована кожная форма язвы. Она является наиболее легкой и встречается в основном у взрослых людей. У остальных зафиксирована более тяжелая форма заболевания. Каждый человек с отклонениями в состоянии здоровья направляется на обследование. Также проверяют самочувствие всех детей оленеводов. Однако местные жители уверены, опасность преувеличена. При этом Ямало-Ненецкий автономный округ, туда уже прибыли военные, более 200 служащих химвойск, 3 единицы техники, 4 вертолета Ми-8. Погибших животных сжигают, а почву дезинфицируют. Местные службы МЧС также готовы выдвинуться при необходимости. Напомню, на Ямале от сибирской язвы погибло 2 человека. Умерло более 2000 оленей. 25 июля губернатор Дмитрий Кобылкин ввел карантин в Ямальском районе. Сейчас главной своей задачей специалисты считают локализацию очага инфекции. Пациенты будут поступать бесконечно, если мы не локализуем очаг, если мы не поймем, какова его полностью, да, граница его, и не предпримем мероприятия, потому что получается любое внедрение на этот очаг, будь ты просто пришел, походил, извините, с обувью, элементарная совершенно вещь, вы получите, получается, вы заразитесь. В ЮНАО начали сбор гуманитарной помощи людям, которых эвакуировали из очага заражения. Они, по сути, остались ни с чем. Поэтому очень нуждаются сейчас и в одежде, и даже элементарно в постельном белье. Люди, местные жители откликнулись и вот буквально вот такими вот кораблями отправляют. Это сейчас незначительная часть гуманитарной помощи. Она будет стекаться еще на протяжении сюда нескольких часов со всех частей города. Небольшими такими партиями будут привозить. Затем этот корабль отправится за 200 километров отсюда в так называемую чистую зону. И там будут уже эти вещи раздавать людям. Медики призывают местных жителей не расслабляться и рассказывают, как уберечь себя от вируса. У спасателей же дополнительные меры безопасности – спецодежда. Итак, в зонах возможного заражения сибирской язвой спасатели, сотрудники медицинских учреждений работают в специальных защитных костюмах. Называются они противочумовые костюмы. Первый образец появился еще в 14 веке, во время крупной эпидемии чумы в Европе. Вот так вот выглядел средневековый чумной доктор, а вот как он выглядит в наши дни справа. Давайте рассмотрим поближе оба варианта. Итак, в 14 веке врачам ничего не оставалось, как самим себя защищать. Вот и начали изобретать костюм, основываясь на практике и, конечно, стереотипах того времени. Первые костюмы врачевателей чумы состояли из птичьей маски, аналог современных респираторов, длинного плаща, плотно облегающих брюк, перчаток, ботинок и широкополой шляпы. Из материалов предпочитали кожу, на которую наносили слой воска, считали, что через него инфекция точно не пройдет. На шею надевали специальные медальоны, в которые клали травы для отпугивания чумы. На поясе носили связки с чесноком, а в руке тяжелую трость. Она применялась для защиты от крыс, переносчиков заразы, а также для осмотра зараженных больных. Но образ врача того времени связан в первую очередь с широкополой шляпой и маской. Ей сами доктора придавали особое значение, потому что стремились к сходству с древнеегипетским богом Тотом, покровителем ученых и врачей. Тот изображался в виде человека с головой птицы. Но у кожаного клюва этой маски была и другая функция, более приземленная. Как говорили, тогда он защищал от смрадных испарений. Для этого клюв наполняли пахучими лекарственными растениями, ароматическими смолами. Для защиты глаз были предусмотрены стеклянные окуляры. Современный костюм может выглядеть не так устрашающе, зато гораздо надежнее. Обязательные детали – комбинезон из полимеровискозной пыли, непроницаемой водоотталкивающей ткани, шлем с защитным стеклом и дыхательной маской, носки резиновые или кирзовые сапоги, полотенца и бахилы. В таком костюме нельзя работать дольше 3 часов, а в жару не дольше 2.
Защитить по-настоящему такой костюм может только при соблюдении всех правил. Первое и самое важное – правильно надеть его. Нужно соблюдать порядок. Начинать обязательно с комбинезона, затем носки, сапоги, а сверху обувь, и специальные бахилы. Еще один важный пункт – не оставить никаких отверстий. Брюки нужно заправлять в бахилы, плотно застегнуть все липучки. Затем через шлем к нему прикреплен фильтр. Стекло маски с внутренней стороны натирают мылом, чтобы оно не запотевало. Очень важна защита рук. Для этого предусмотрены подрукавники. На них надевают первую пару перчаток, затем опускают рукава и надевают вторую пару. На то, чтобы правильно снять защитное снаряжение, тоже требуется немало времени. Делать это можно только в обработанном помещении. В нем должны быть бак с дезинфицирующим раствором для обработки деталей костюма, емкость с дезинфицирующим раствором для рук, банка с 70% этиловым спиртом для обеззараживания частей шлема. Снимают костюм в четкой последовательности. В таких случаях каждое неправильное прикосновение может стоить слишком дорого. Сибирская язва – болезнь настолько опасная, настолько же и редкая. Вспышки этой инфекции забыть весьма трудно. Мы подготовили обзор последних случаев заражения во всем мире. Крупнейшая в истории современности вспышка сибирской язвы произошла почти 40 лет назад на Урале. По официальным данным, жертвами эпидемии тогда стали 64 жителя Свердловска. Однако журналисты сообщали, погибших не меньше сотни. В апреле 79-го в городе каждый день умирали минимум 5 человек. О смертельно опасном заболевании власти поначалу молчали, только просили жителей повнимательнее относиться к покупке мяса. По официальной версии, причиной вспышки инфекции стал некачественный корм для скота, завезенный в регион. От него сначала заразились коровы, а потом и люди. Однако исследователи настаивали, у всех погибших была не кожная форма болезни, а легочная. То есть заболевание передавалось не через пищу, а по воздуху. Возможно, в Свердловске испытывали биологическое оружие. Версию подтверждала и ежедневная уборка города. Улицы каждый день мыли специальным раствором. Эпидемия бушевала больше 2 месяцев. Остановить ее удалось только к июню. После этого случая о смертельной инфекции забыли на 30 лет. В 2010-м этот диагноз поставили погибшему жителю Омска. Тогда сибирскую язву подозревали у 6 человек и быстро выяснили, что все они работали на забое лошадей в одной из местных деревень. Причем эту конину потом отправили на мясоперерабатывающий завод и пустили на пельмени. 14 тонн потенциально опасной продукции разошлись по десяткам российских городов, в том числе и в Москву. Но купить их, к счастью, никто не успел. На всю партию наложили карантин и уничтожили. А против хозяина скотобойни тогда завели уголовное дело за нарушение санитарных норм. Спустя еще 2 года новый очаг сибирской язвы зафиксировали в Алтайском крае. В список жертв внесли еще одну фамилию – человека, который помогал разделывать тушу внезапно погибшей коровы. Причем мясо успели отправить в Бийск на продажу. Позже, когда погибли еще несколько коров и пара собак, удалось установить причину вспышки. Оказалось, что животные гуляли на пастбище, зараженном спорами сибирской язвы. Останки погибшего скота сожгли на полигоне, уцелевшие поголовье вакцинировали и провели дезинфекцию окрестных полей. Людмила Клыженко, Лайф.